Празднуют Акадуй и в Татарстане. Единственный район, в котором отмечают свадьбу плуга и пашни – Доржановский. Гостей на этот раз принимала деревня Матаки. Не успели утихнуть песни и пляски Сабантуя, как начался следующий праздник – Акатуй. В Татарстане третье место по численности занимают чуваши. Всю жизнь бок о бок. Чуваши и татары всегда понимали друг друга. Ведь истоки-то одни и те же. Праздник земледелия – как подтверждение дружбы. У татар, говорит, один праздник Сабантуй, у чуваш, говорит, три праздника. У нас и Уяв, Акадуй, и Уджук. То есть поэтому у нас в Татарстане, надо сказать, огромное спасибо и правительству нашей республики. Особое внимание уделяет на культуру чувашского народа. Расшитые вручную костюмы, народные песни и танцы, ремесла и национальные сувениры. Чувашская культура в Татарстане предстала во всем своем многообразии. Это одежда у нас 1930 года. Чувашская национальная одежда. И одевали прабабушки, еще прабабушки, наши матери. Вот они сами ткали, сами вот шили. И наручную шили они. Вот такая у них красивая одежда. Это мы одеваем на праздниках, вот так вот, на сабантуях, где вот у нас обряды. Постоянно выступаем в Казани, вот на Акатуй, на Сабантуй. Уяв, Нурлат, вот у нас чувашский коллектив «Сепрель», я руководитель этого коллектива, и вот мы постоянно вот туда вот ездим в этих костюмах, выступаем. Каждый, кто пришел на Акатуй, помнит свои корни и живет в дружбе со своими соседями. Чувашские традиции, культуру перенимают дети и с удовольствием демонстрируют свои знания. Чем старше становлюсь, чем чаще бываю. Родные места очень тянут они. Даже просыпаешься ночью, про них вспоминаешь. И поэтому, ну, каждый знает, что дороже родного места, где ты родился, вырос, ничего нету. Поэтому наш долг, особенно это ощущаешь, когда ты старше становишься, наш долг сделать добрые дела, где прежде всего дать дань как бы за то, что это родине и этой местности, за то, что родила мне эта местность и вырастила. До позднего вечера продолжались народные забавы и спортивные состязания. Гирьевой спорт, национальное кирежу, чуваши любят помериться силой. Теперь сев завершен, но нужно вырастить и собрать урожай. А там можно и гуляния продолжить. Чувашский народ умеет работать и праздновать. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.